Добрый день, друзья! Сегодня рисуем по клеточкам. Нарисуем машины на улицах города. Отступаем вверх одну клетку, проводим линию. Затем рисуем фигуры людей на остановке. В правом нижнем углу рисуем фигуру человека высотой 15 клеток. Это будет фигура мужчины в шляпе и с портфелем. Рисуем руки, плечи, рисуем голову и шляпу. Глаза обозначаем двумя точками. Затем рисуем две фигурки людей, сидящих на лавочке на остановке. Рисуем женскую фигуру высотой 14 клеток. Отрисовываем ноги, подол платья, обувь. Намечаем руки. Руки согнутые в локте, плечи, голову, шею и головной убор. Поворот головы боком. Ставим точку на месте глаза. Рядом фигура пожилого мужчины. Высота фигуры также 14 клеток. Отрисовываем ноги. Плечи, шею, голову, у мужчины борода, намечаем руки и одной рукой мужчина держит ребенка. Рисуем фигуру маленького ребенка. Высота фигуры ребенка 7 клеток. Изображаем сумку. Малыш показывает рукой в сторону собаки. Рисуем фигурку животного. Дополняем композицию элементами остановки. Рисуем конструкцию остановки. От крыши остановки отступаем одну клетку, проводим линию второго плана. На втором плане едет автобус. Величина автобуса 18 на 5 клеток. Рисуем колеса. Прорисовываем двери. Добавляем окна. Дополняем конструкцию на крыше. И рисуем третий план. На третьем плане навстречу автобусу едет троллейбус. Размер троллейбуса длиной 21 клетка, высотой 5 клеток. Рисуем окна.
двери. Добавляем номер троллейбуса. На высоте трех клеток рисуем четвертый план и на четвертом плане маленькую машину. Изображение небольшое, 7 на 2 клетки. У троллейбуса добавим контактные усы. Переходим к цвету. Цветными карандашами раскрашиваем рисунок. Получился рисунок машины на улицах города. Не менее увлекательно посмотреть, как выглядят машины и попробовать нарисовать их. Вот такие машины едут на улицах нашего города. А 9 мая на параде можно увидеть военную технику. Посмотрите еще рисунки машин на улицах города.